Какую оценку вы поставили у правительства партии действий «Солидарности»? Оценка – немедленная отставка. Немедленная отставка. Формирование правительства, даже в условиях, что они имеют право и большинство, формирование правительства народного доверия или каким-то образом иначе. И селектировать самых лучших специалистов. Мы в страшном, страшном кризисе. Мы в страшной ситуации. Мы на грани потери суверенитета и независимости страны. Мы на грани дефолта. У нас, я говорю, уже не бедность, а нищета в стране.